я буду лево отпускать право, то есть у меня вообще нет защиты. Я вот здесь открыт, полностью открыт, ногой открыт, ну, для любого. Поэтому всегда право здесь, если мы бьем, если одна рука бьет, вторая обязательно в защите. Одна нога бьет, у нас бывает, что в тайском боксе, допустим, в Таиланде всегда говорят, что отпускали на наотмашь. Я, допустим, стараюсь не отпускать, бить здесь. Но в любом случае, одна рука должна здесь быть в защите. Если даже отпускаю одну, одна в защите. Вот такую работу сделаем передней рукой. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. 30 секунд поделали, перешли на правую ручку. Раз. В боях смешанных единоборств там нельзя быть просто ударником или просто борцом. Если будешь хорошим борцом, но с плохим ударником, ты определенный уровень там остановишься. Как бы ты сейчас настолько развитый, думаешь, что борцы лучше боксеров боксируют, и боксеры лучше боксеров борются, ну, настолько универсально стало. Поэтому, ну, мой совет, чтобы не делали акцент только на ударах, если кого-то хорошо получается, чтобы, ну, обязательно, и чтобы на одном уровне была борьба, греппли, удар, бокс. Сейчас попробуем вот такое задание, так называемые кресты. То есть, если я левой рукой бью, соответственно, у меня правая нога заряжается. Правой. Если я бью правой рукой, у меня левая нога заряжается. Сейчас попробуем такую работу. Передней рукой по левому, по плечу, правый лоу-кик. Правой рукой по плечу, левой по печени. И вот так спокойно такую отработку. Раз, два, три, четыре. И просто два, три я сделаю. И поделаем я в одну сторону, он в другую. Вот я начинаю. Раз, два, три, четыре. Он. Раз, два, три, четыре. И вот эти четыре, когда бьет по печени, локоть оставляем здесь, вот он бьет. Локоть оставляем, а вторую вот просто подставку ставим. Еще раз. Оп, оп, подставку ставим. Еще раз. Оп, оп. В моем случае, допустим, я моя буду делать, если бьет ногой, если у меня есть возможность, я бей ногой. Это раз. Оп, поймать на встречу. И бросим. Сейчас мы потихоньку добавим, сначала просто кресты поделаем. Почувствуйте, что здесь весь сила на эту ногу перешел, здесь весь сила на эту ногу перешел. Спасибо.
Но чувствую, что физически сильный. Может, если когда прошел бок и выдвинул, а то, допустим, физики чуть отстает, можно ногу оставить, будет здесь перевести. Старайтесь, допустим, в ММА, ноги начинают вот сюда залазить, вот залезли сюда, отсюда пытаются работать. Отсюда он может ногу засунуть, болевые делать. Если ты бросил, вот бросил, есть возможность не сюда залезть, а на бок, лучше на бок залезть. Если я не замкну, если не замкну, то сразу нога торчать, можно ногами работать, ноги два раза. Сильнее, чем он спокойно выйдет. Скидывали и забирали, да? Можно здесь сразу вот спину, вот я скинул, вот мой ноготь, да, он мне под ножки дошел. Я вот отсюда сразу, вот, пошел. Можно просто, очень легко, просто пяточный, тяжело. Вот рука, вот я его скидываю, он уже думает, что я его отпускаю, просто скинул и к нему пошел. А я руку здесь не отпускаю, и вот локоть под него завожу, под мышку ему, под мышку и зашел. Здесь, если соперник сам, здесь можно руку отпустить, когда сюда не станет. Но если чувствуете, что вы физически сильны, можно красиво на публику поработать. Амплитуды на руках. Очень легко, это как простая мельница делается, допустим, как мы делаем простую мельницу, если забрали и заходим, да? То же самое, просто здесь вот, вот рука, вот это здесь, вот, 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 подмышки, ну все делаем, зачем. Левый боковой, лоу-кик, нога возвращается и сразу отсюда в голову. У кого растяжка хорошая, пробуем. У кого растяжка не очень, после вот этого лоу-кика носок поставили и сразу в корпус. Не в голову, в корпус. Но все равно надо стараться, если даже нет растяжки, нарабатывать, чтобы голову поднимать. Вот у нас здесь и торчим получается. Этот полубил, он полностью защиту на голову. Я здесь на ногу перевожу. Он уже от боли, как бы, вести самосохранение, он ниже уже думает о нижней части. Я сразу начинаю раз, два, в голову. И так и торчим получается. Верхний этаж, нижний этаж, верхний этаж. Пробуем вот этот тронг. Это стройное действие. Раз, два, поставили, три. Отсюда заводишь ногу. Все, вот здесь удар заканчивается. А теперь надо вот нога, вот нога, вот отсюда бьет. Я разворачиваюсь на передней носке. Отсюда бьет. Понял, да? То есть удар вот здесь снимается. Если ты начинаешь на работе, так вот. Если ты удар вырываешь, вот здесь, вот отсюда. Там кто-то отсюда бьет. А четыре рун так на камеру. Вот здесь минимально вот это. Чем дольше ты ее крутишь, тем больше ее видишь. Если шаг сделал, то у тебя просто мало удара. А разработчик ты погнал, они отвлекаю такие же фишки, вот не бью лоу-кик, а просто показываю его.
вот такой шлепок, вот шлепок, пам, показываю, один раз, два раз. Один раз пока поставил, сразу зуб начинаешь работать. Постоянно ждет много от вас. Я потом начинаю, не бью сюда, а вот этой же ногой делаю шаг просто, вот сюда. Вот раз бил, два бил, а третий, четвертый раз делаю шаг сюда, отсюда мой кисть бью. Еще раз. Прикормил, показал, опять ногу показал. И четвертый раз уже, я вот удар показываю, я отсюда бэнквизм. Он ждет ногу, на ногу отвлекается, я как будто бы ногу показываю, шагаю, бью бэнквизм отсюда. И вот, сейчас он сделал. Старайтесь бэнквизм, допустим, не делать вот так, чтобы... Это уже карусель такая получается. Чтобы вот удар получился, вам надо вот отсюда на передней носке развернуться сзади и в свою сторону вернуться. То же самое разворот бьется. Если мы бьем корпус, мы разворачиваемся обратно сюда. Ноги там, когда они попадают, вот такая. Заодно у тебя и голова крутится, и ты чуть-чуть ориентацию теряешь. Тебе могут насыпать в этот момент. Поэтому надо постараться на ударе и вернуться в эту же стойку. То же самое, бэк-фист ударить, вернуться в эту же стойку. Давайте начнем. Наверное, чуть плавно потом не спустимся, да? Вот самое распространенное, то, что бывает в боях. Сейчас можем миллион приемов показывать, таких заумных, которые вообще в боях не работают. Самое, допустим, частое, то, что вы видите, это проход ноги, человек забирает за шею, все, ну я оп, валю, он ноги зацепляет и начинает жить. Если вот здесь, вот я, допустим, забрал, забрал этот удушающий, да? И очень редко сейчас так задушит, там уже сейчас все уже и шею качают, там все качают, что тяжело задушить. И поэтому уже надо что-то новое придумать, чтобы так задушить. Если я так не задушу, допустим, держу, у меня так руки затекают, если 30 секунд со всей дури держал, что потом, когда говорят стойка, ты не то что бить, ты уже держать не можешь, потому что затекли, все время напряжение держал. Вот здесь можно попробовать, обязательно здесь ноги должны быть, вот мои ноги, да? Если я ноги вот здесь у него на копчике держу, он оттягивается здесь и забивает. У него спина вот ровно, у него рычаги появляются. Поэтому мы должны здесь ножки выше закинуть. И вот сейчас оттягиваюсь, и вот я его к себе прижимаю ниже, чтобы у него не было амплитуды, вот сейчас просто будет тычки делать. Тычки, но это ладно, ничего страшного. И вот насчет к шее вернемся. Вот я забрал шею, да? И делаю. Вот этим захватом только на слабака кого-то задушить. Хорошего профессионала так тяжело задушить. Вот мы держим здесь замок, да, вот этот. Вот я держу замок. Не отпуская замка, я вот руку своей правой рукой, левую ручку вот сюда вытягиваю. И здесь на другой дух. И все. Это уже 100% удушающий, потому что здесь мы уже на сонную артерию работаем. Не на кадык, а на сонную артерию. Здесь уже по-любому или уснет, или постучит. Вот. Простое действие, вообще ничего не надо придумать. Вот руку бежу, своей рукой и обязательно надо его голову контролировать, потому что он начнет голову проверить, где пытается. Вот я своей бицепсом голову руку контролирую. И вытягиваю, по чуть-чуть. Выдержу вот ручку. И вот сюда вот этот замок. И начинаю бежить. Попробуйте, это вообще самый рабочий прием, который есть. 100 боев, 80 бывает, это проход ноги и гильотина. Вот, допустим, мы ножки расстегиваем, да, и работаем на треугольник. Да, что треугольник делает, вот так делать, допустим. Или так закидываем, или обе руки держим, оттягиваем и отсюда между закидываем, расстегиваем. Бывает, зачастую вот этот треугольник застегиваю за всего треугольник. Чтобы он окончательно получился, его рука должна вот здесь, да, быть. Чтобы я его сделал. Но все как защита, он сопротивляется, конечно, и руку сюда под меня засовывает. Теперь мне уже здесь очень тяжело задушить, если терпеливо он, ну, его не задушит, потому что он защитит. Вот этой рукой своей правой, то есть крест, вот у него здесь локоть. Начинаем локоть. И болевой на плечо получается. Еще раз, кто не понял, посмотрите ближе. Вот мы зашли на треугольник, только застегнули его под меня, раз засунул. Я здесь уже его задушить не могу, как бы он по-любому потерпит, потому что у него пространство здесь. Я беру его с правой рукой, его локоть. Идет, болевой прием, попробуйте вот это тоже.